шари. Большое спасибо. На здоровье. Ну, иди погуляй. Цыпленка. Вы такой какой хороший, вы такой какой. Ну что вы, что вы? Простите, но я должен идти. До свидания. По тропинке, по дорожке я шагаю. Я иду и распеваю на ходу. Потому что твердо знаю, что друзей себе хороших я найду. Розовый. Стой, не с места! Чего распелся? Просто так. Тише! А что, разве здесь кто-нибудь спит или работает? Ха, я работаю. Понял. А что ты делаешь? Я выслеживаю крольчиху. А она уйдет, и я тогда утащу морковку. И что ты сделаешь? Утащу морковку! Понял. Теперь понял? Ой, возьмешь без спроса. Ага. А почему не можешь попросить? Ай, она ни за что не даст. Здравствуйте. Как вы поживаете? Здравствуй, здравствуй. Хорошо живем, спасибо. Простите, пожалуйста, не могли бы вы дать мне или две, или хоть одну морковку для моего друга? Пожалуйста, ешьте на здоровье. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну что, понял? О, будь здоров. А как вас зовут? Нас? Ага. Очень просто, Чуня. Да разве это щенок? Настоящий поросенок. А ну-ка марш домой. Простите, но он вовсе не поросенок. Поросенок это я.
с чем вас и поздравляю. Слушай, Мурзя, чавкают, чмокают, лезут лапками в тарелку, только поросята. Но простите. Повторяю, поросята. Это неправда, неправда. Прекратите это безобразие. Кря-кря, что за поросячий визг? Всякую дрянь подбирают. Ну-ну, просто настоящие поросята. Хрю-хрю. Малыш, ты устал? Нет, нет, я не хочу быть поросенком. А кем же тогда ты будешь? Птичкой. Птичкой? Но ведь ты не умеешь летать. Очень прошу, останься поросенком, ладно? Может быть, ты все-таки останешься поросенком? Оставайся! Конечно, оставайся! Ведь совсем не важно, кто ты, важно, какой ты. Ладно, останусь.